Имеем Toyota Camry 70-й кузов. Клиент захотел себе поставить на крышку багажника присоску, электропривод, закрывание с кнопки и чтобы открывалась спинка. Разбираем полностью багажник. Снимаем петлю. Снимите накладку крышки багажника. Как обычно, штатные болты не подходят. Но в наборе есть, которые подойти должны. И что с набора они с трудом, но подходят. Удивление, что даже центруется сразу. То есть, когда присосется это все дело, должно будет работать. Затем демонтируем газовый упор и правую пружину. Откручиваем 2 болта и снимаем старые крепления газового упора. Берем из набора 2 железки и прикручиваем на место старого кронштейна штатными болтами. Ну вот как-то так это выглядит. Берем электрохерню и лепим вместо штатного газового упора. Ну и вот так это выглядит. И вот таким вот кронштейном фиксируем задний упор электрохерни. Как это теперь выглядит? Вынимаем пластиковую заглушку, на которой держалась пружина. И устанавливаем вот такой вот кронштейн из набора пипкой наружу, вот сюда. Ну, а вот эту гайку запихиваем вот так вот, чупань, и как-то это там должно держаться. Крепим обратно пружину и проделываем то же самое для другой стороны. Что самое интересное, проводка выполнена вроде бы как качественно. Китайцы могут иногда. Далее берем провод питания и прокладываем его. Этого разбираем салон с левой стороны. И разбираем левую часть пластика приборной панели. Ну и тащим силовые провода вот от этой фишки в багажник. Далее заменяем подключение штатной фишки к замку штатному на провода из комплекта. Согласно схеме, подключаем все провода по разъемам. Ну и как говорится, проверяем.